Итак, 3, 2, 1, поехали! Торжественная презентация криопушки состоялась в Музее занимательных наук Кварки. Она стреляет струей холодного и абсолютно безопасного для человека дыма. Зрители были в восторге от увиденного. Мне очень понравился пушка. Я увидел кислород, может, ну не знаю. На самом деле это вовсе не кислород. В пушку, наполненную жидким азотом, заливается обыкновенный кипяток. Возникает давление и происходит взрыв. Дело в том, что жидкий азот имеет температуру минус 196 градусов, а кипяток плюс 100. Разница, как говорится, очевидна. Применение криопушки может быть самое разнообразное. На каких-то больших презентациях, на уличных концертах можно, конечно же, и подарить сюрприз любимый на день 14 февраля, на 8 марта и так далее. Можно встретить красиво молодоженов из ЗАГСа. Помимо криопушки, зрителям продемонстрировали, насколько низкую температуру имеет один из элементов заряда уникального оружия – жидкий азот. Если искупать в нем розу, она станет буквально стеклянной. Итак, ваша задача – сделать пуха носом вот так вот. Давайте, 3, 2, 1. Криопушка может выстреливать паром на высоту до 7 метров, поэтому использовать ее лучше на улице.